слива, синий дар. Вот такая она, 7-8 лет. Уже хорошая крона, вот такая сформированная. Смотрите, сколько плодов. Вот это все она уже вот в таком плодоносящем состоянии. Она готова к поставке на осень 2019. Вот она, слива домашняя, синий дар. Отлично, вся усыпана плодами. Вот такая крона. Это мы находимся в питомнике крупномеров Ярус. Липецкая область, Елец. Это у нас вот все идет секции с плодовыми. Вот она. Там яблони мы проходили, груши сейчас отмечали. И вот сейчас добрались до сливы. Вот такая, синий дар. Хороший вариант уже готового плодового сада.